очами яркими меня манит, туда, где среди гор река бежит, где лес дремучий тайны охраняет. Вместе с друзьями мы нигде не пропадем, и с радостью мы приключений ждем, ведь не боимся, вперед мы идем. Мишки-братишки в поисках тигра. В предыдущих сериях Вик согласился быть моим гидом. Мне кажется, что он искренне любит лес, хоть иногда и делает вид, что это не так. Откуда здесь капкан? Искатели-тигрицы отправляются за новыми приключениями. Мы ищем Китти. Давайте снимем фильм. У меня есть мечты, и я отказываюсь валить деревья. Мечты? Посмотрим, как ты на них еду купишь. Один день работы гидом принес мне больше радости, чем вся карьера дровосека. Пока! Он не догадывается о моем потенциале. Привет, Вик. Ты что тут делаешь? Пошли, нам надо найти Кристи. Отпусти! Я... Что? Это все я виноват. Ее снаряжение унесло, когда мы сплавлялись по реке. Я хотел купить ей новое, но у меня нет денег. Что мне теперь делать, а, парни? Вот же ж. Ну... Я знаю, что делать. Мы быстро разбогатеем. Спешите, спешите увидеть. Только сегодня медведи, циркачи. Не пропустите наше представление. Подходите. Вот незадача. Наверное, надо было сначала потренироваться. О, да. Лапшичка. Вкусная лапша! Ароматная, аппетитная! Хотите попробовать? Не лапша, а трава какая-то! Кажется, она протухла! И не стыдно вам такое продавать? Вик, продавать еду слишком хлопотно! Зато мы сильные! Может, попробуем ручной труд? Это ручной труд! Я думал, это значит... Продавать еду слишком хлопотно! А ручной труд? Мы запускаем конкурс на лучший документальный фильм, где победители получают призы. Победители получат крупную сумму денег. Деньги? В горах с голоду не умрешь. Ведь там много съедобных... Документалка про горы, да? Всего лишь нужно найти... Эврика! Где она? Ну где же? О, та-да! Ребят, вы думаете... Именно. Мы снимем документальный фильм. Назовем его... Мишки-братишки с высокой горы. Мишки-братишки с высокой горы? Да! Мы выиграем приз, знаете как? Легко! Я опытный оператор, так что скоро у нас будут деньги на снарягу для Кристи. Никто трубку не берет. Странно. Наверное, они готовятся к нашему путешествию. Мне надо тоже собраться. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В самом сердце таинственных гор растут разнообразные плоды. Эти природные сокровища... Эй, Вик, снимай! Только с ракурсом не ошибись, смотри, какие мускулы! Снято! Слушай, Брэмбл, тебе пока рано выходить, не мешай мне. Ну, мне хочется играть перед камерой. Брэмбл, не торопись. Ты актер, значит, ты должен слушать режиссера. Нет, расстраивать медведя не стоит. Брэмбл? Раз уж ты так хочешь играть, то я отдам тебе главную роль в нашей документалке. Главное, делай, что я говорю. Вот здорово! Я буду играть главную роль! Чудненько, Брэмбл. Давай искать мед. О, медок! Я его в два счета найду! Что ж, вот и улей, Брэмбл. Готов? Полезай за медом. О, я готов, без проблем! Чтобы добыть немного меда, медведь взбирается на дерево.
Попробуем что-нибудь еще. Думаешь, сейчас получится? О, да, мы же профессионалы. Готовы? Мотор. Чтобы добыть немного меда, Бриар, давай. Понял. Медведь отважно лезет на дерево. ну же, мишки, не шатайтесь. Шатайся! Вот так, а теперь идите к улью. Чтобы добыть мед, медведи зачастую объединяются. Я достал. И у него получилось. Мой любимый медок. Снято. Брэмбл, не смей есть мед. Погоди минутку. Вот, переложи мед в горшок. Ну ладно. Медведь хранит добытый мед в банке. А теперь медведи пойдут за грибами. Вот об этом месте я вам говорил. Здесь куча грибов. То, что надо для фильма, да? Эти грибы слишком просто найти. Ну, конечно. Медведи запросто их найдут. Мы ведь настоящий комбайн для сбора грибов. Да без нас ты вообще бы их не нашел. Вот нам и надо показать, насколько это сложно, а? Ну, ладно. Теперь все зависит от моего режиссерского таланта. Ух ты! Как много грибов! Снято! Брэмбл, что ты делаешь, а? Ты нашел еду! Покажи нам радость! Это же обычные грибы. Я не хочу сниматься. Так ты не хочешь, чтобы у Кристи была снаряга? А? Я... Брэмбл, ну не злись. Ведь это все ради Кристи. Но я не умею играть. Ладно. Я покажу, как играет профессиональный актер. Идет? Грибочки, где же вы, грибы? Грибочки! Наконец-то я нашел тебя, грибочек! Благодарю вас, звезды! Ну же, грибы! Из вас я сварю свой самый лучший суп, да? Теперь я могу спокойно оставить этот мир. Бриар, вот это игра, братишка! Да-да, Вик круто сыграл. Брэмбл, иди и сделай, как я показал. Бриар, надо было в комики идти, да. Ну что, камера готова? Все по местам и мотор. А сейчас мы увидим, как медведь собирает грибы. Тебе не кажется, что нож маловат? Эй, чем меньше, тем лучше. Начинай. Только режь аккуратней. Брэмбл! Это должно выглядеть круто! Я понял! Ну, как вам? Брэмбл, сейчас самая ответственная часть. Ты готов? Чудненько. И не забывай, красота, изящество и мощь. Ты понял? Понял. Подбросим, повыше. Ладно. Ух ты! Ха-я! Эй, а где они? Рэмбл, вон они! Грибы! Грибы! Грибочки, грибы! Браво, Рэмбл! Отлично получилось! Вот это вкуснятина! Наконец-то! Сейчас будем есть! Стойте! Нужно полить грибы медом, парни. Что? Но, Вик, их нельзя смешивать. Соленое и сладкое не сочетается. Я тут режиссер. Готовьтесь, мы начинаем съемки. Вик, неужели ты думаешь, что мы будем есть эту гадость? Ну все, мы уходим. Эй, стойте. Стойте. А как же наш уговор? А как же снаряжение для Кристи? Ну, пожалуйста. Неужели вы не хотите сделать ей сюрприз? Мы можем победить, понимаете? Вы меня удивляете. И как вы после всего этого рассчитываете найти Китти? Ладно. Мне кажется, в чем-то Вик действительно прав. Он прав. Нельзя сейчас сдаваться. Брэмбл, мы сделаем это ради Кристи. Ладно!
Ты старше, так что давай, кусай первым. Давай, ешь. Ешь, давай. Нет. Ты мой любимый брат. Пробуй первым. Ешь. Эй, профессиональней, пожалуйста, Фриар. Сделай это для Кристи. Ладно, давайте покончим с этим. Снято! Отлично! Вы молодцы, парни! Отличный день! Сегодня объявят результаты. Интересно, какой мне дадут приз? Я получил 2 письма. Но я участвовал лишь в одном конкурсе. Дорогой Вик, спасибо за ваше видео. О, и за то, что поддерживаете нашу работу. К сожалению, вы не выиграли ни один из призов. Спасибо за участие. Вы не понимаете искусства. А мы так старались. Нет, я в это не верю. А это письмо из лесничества. Благодаря вашему фильму мы обнаружили следы браконьеров. Вы очень помогли нашему расследованию, и мы награждаем вас скромной суммой. Да, высший класс. Вот здорово. О, браконьерство? Браконьеры здесь, в наших горах? Нет. Это ужасно. Надо предупредить медведей. Итак, наш фильм указал на браконьеров. Нужно предупредить об этом всех зверей. У меня большой опыт по обезвреживанию ловушек. Хотите узнать, как это делается? Что ж, я подробно расскажу вам в следующей серии, как не попасть в капкан. Этот ласковый бриз, солнце луч золотой. Я без них теперь не представляю жизнь. Где бы я ни гулял, они будут со мной. Лес, река, моря и горы — это мой дом. День за днем и год.